Смотрите, что они творят. Далек нельзя. Сейчас, Ильич. Обалдеет. Все. Им теперь обоим не скучно. О, побежали. Всем доброе утро. Всем привет. Холодно? Холодно, да. У нас сегодня очень так морозно. Ну, не морозно. Куколки идут. Не идут, а летают. Ну, летают. Мы сегодня проснулись утром, а у нас это... света не было. Потом включили свет, когда уже практически мы были на выходе. И я бегом побежала голову мыть, потому что если у меня голова не свежая, и я куда-то еду там, ну, в город, и, да неважно, в магазин, я начинаю нервничать от этого. Да. А потом начинаю нервничать я. Хорошо, что, говорю, я голову помыла, говорю, а то я начну нервничать, говорю, на тебе срываться. Вот, а мы куда едем? Мы сегодня едем в Краснодар, познакомились с такой бабушкой. Замечательно, ей 70 лет. И она содержит приют. Приют для животных на собственную пенсию. Да, мы поедем с ней, поближе познакомимся, вам покажем. Если кому интересно посмотреть, едем еще к подписчице. Съездим к Марии. Она нас ждет. А для чего, узнаете уже дальше. Угу. Создадим интригу для вас, чтобы вам было интересно узнать, что же будет дальше, что же нас там ждет, точнее вас. Я вот так вот начесываю. Обычно я начесываю на сухой волос, но он мне немного влажный. Мне некогда, я его немного высушила. А я вообще не знаю, зачем ты делаешь эти... Вот она сначала возьмет, запутает вот так волосы, начешет эти колтуны себе на голове, а потом начинает это... плакать, что волосы выпадают. Потому что вот они же, ты же когда дергаешь вот так, тык-тык-тык-тык, а мне кажется, они вырываются. Я же чуть-чуть почесала совсем. Ну, потому что уже все привыкла, мне так больше нравится. И это... Одела юбку, Рушан говорит, снимай юбку, одевай шорты. Ну, потому что это непонятно, это юбка, шорты, не пойми, что там. Мне кажется, не по сезону. Вот. Начесывай побольше. Да это не в начёсе, понимаешь? Это, допустим, вот мы в дороге были 5 дней, сколько ли? 4-5? Уже забыли. 4,5. Да. И я это... Мы не мыли же голову. И поэтому так получается. Куда в 9 дышать? Вот так вот. А я собираю потом. Поры перестают дышать. И все, и начинают лезть волос. Ну, надеюсь. Хотя я не знаю, у меня подруга... знакомая, вернее, она моет раз в неделю голову. Ну, это потому что привыкла голова, понимаешь, она адаптируется. Если бы ты с детства мыла бы раз в неделю голову, то наоборот бы у тебя каждый раз, когда ты голову помоешь, выпадали бы волосы. Одевай штаны. У каждой женщины такая проблема, что одеть. Вроде вещи есть, вот, ну вот все есть. Почему? Что одеть? Новых-то вещей нет, вот поэтому. Может быть, да. О, кстати, а можно эту юбочку одеть? Ну, мне кажется, холодно. Ну как холодно, Рушан? В юбке холодно. Вчера, которую я тебе гладил, где юбка? Нет. Ну мы же вчера, я ходила, мне она у меня идет и собирается. Я не могу же ее вот так вот идти через каждый шаг оттягивать. Очень неудобно. Одену тут эту юбочку и все, и нормально. Короче, напилась я пьяна, не дойду я до дома. Уже не смешно. Что это было? Меня качнуло, чуть не улетело. Это барабашка. А если бы обрыв там был? Барабашка бы толкнул тебя. Все, выключайся, я все, короче, теперь для вас будет эта загадка. Что же она оденет? Посмотрите дальше. Смотри, у меня как голова кружится, Рушан. Буду. Мы тоже с Светой помогаем тебе. Ну, просто это... Аккуратно, не надрывайся, мальчишка, так мучили, на цепи держали,
Ой, цепь 40 сантиметров. Что ты хочешь? Сейчас я иду вынесу. А, убегает, видишь? Говорят, не могут поймать. Подорвала собаки, забирай, убежала. Прям не доверяет. Круто. Всем привет, мы уже дома. На дворе вечер, у нас уже темно. Ночь, какой вечер. Ну да. Вот были, не было, некогда было снимать, где-то что-то подхватила камеру, потом бросила, потому что в основном мы работали, помогали, вот. Рушан, есть дыню? Как я хочу дыню, а? Он тут сидит, она так пахнет. Аппетитно. Кристинка поставила. Это уже полдыни у меня сегодня. А печень поставила. Мы сейчас хотим сделать, приготовить пирожки. Размораживаться, ё-моё. У меня сил нету. Я вчера уснула в 3 часа, а сегодня встала в 6 часов. Так вот, что я хотела сказать, уже забыла. Были мы сегодня у Марины. Марина нам сделала подарок. Нет, наоборот, хочу открыть, показать. Вот здесь вот он стоит подарок. Завтра мы этот подарок соберем и покажем, что за подарок. Сейчас я буду готовить... ставить тесто на пирожки. И там спрашивали рецепт. Молоко, дрожжи, яйцо, растительное масло, маргарин, соль. Все. Вот и все. И тугое тесто. Да. И все, вот вам будут пирожки. Ну, сегодня, я думаю, мы успеем, потому что я сейчас буду еще делать сосиски в тесте. Рушан, это что такое? А то тесто ты же будешь делать, сосиски, пирожки. Да, сосиски на пирожки, одно тесто. Вот это что такое, Рушан? Это... Рапов, наверное. Нет, хорошо. Можно руку твою, пожалуйста? Я где-то хотела сегодня спросить. Вот это что такое? Как ожог. Болит? А, это я обжегся. Где? В духовку. А в какую духовку? Об нашу. Вчера? Да. Когда пироги мне это затаскивал. А ты почувствовал или нет? Сутки. Да. Просто мне еще даже ничего не сказал. Нет, тоже обжигалось. А я смотрю это. Об эту духовку тоже обжигалось. Ого. Ты что, такая опасная, что ли, Рушан? Да вообще мимо прохожая, она бросается на тебя, обжигает. Берега не хочет пить. Плохо становится. Плохо становится? Ну не доедай. Ну такая вкусная. Не можешь остановиться, да? Знаешь, что он сейчас сделал, Кристин? Он взял, отрезал кусок дыни и дает мне ее съесть. Он ему, походу, нравится, когда я плачу, когда мне больно, а? Нет, ну а вдруг? Ну вот два раза, ладно, может, это и делать все нормально будет. Я думаю, он вставать не стал, потому что ему пришлось возле туалета с тобой рядом сидеть. А я в туалет не хочу. У меня просто спазмы начинаются и все. Мы только что покушали. Кушали, вернее, я кушала с печенью, Рушан без печени, подливку, макароны. Наелись. Сейчас тесто заведу и буду посуду мыть уже. Да, видео надо монтировать уже. Сегодня последний день. Папа с нами. Завтра уже утром уезжает. Дерек, ну вон, видишь, она уронила. Пылесос у нас. О. Я надеюсь, послезавтра выспит. Дед мне сегодня говорит, ты когда отдыхать будешь, а? Угу. Ведь постоянно говорю, туда-сюда мотаешься. Говорит, отдыхать будешь, нет? А я вчера вот здесь бегала с пирогами. Туда с одним пирогом пробежала, поставила второй. Со вторым потом через 20 минут пробежала. А у них же выходят окна, видят, что я там с пирогами ношусь по ночам. Что я смотрю, они тоже поздно ложатся. А знаешь, что у меня на Курт говорит? За Курт? Да, на Курт. А это, говорит, что, говорит, ты дал, говорит, мне, говорит...
рыбу ловить на нем. Там маленькие шарики вот такие. Я говорю, нет, это курс. А я, говорит, попробовал, говорит, соленое что-то, думаю, наверное, рыбу ловить. Я говорю, нет, это кушать. Он, полезный курс, там кальция. Угу, люблю курс. Курт. Курт. Курт – это нация такая. Ладно, курут. Курды. Куртики, там курутики написано. Веселые курутики, по-моему, там они где-то разноцветные были. Патрик у нас на цепи сидит. Потому что погрызла. Рушан, он, подожди, Рушан, он запутался. Как вчера. Настя, как у Насти дела? Хорошо, да? Я говорю, спросила у Насти про какую-то Настю, тут же ответила на свой вопрос. Я вчера язык заплетался, я реально устала, я не могу даже разговаривать.